Тут у нас кто-то обнял мой тапочек, лежит, прижук. Так, а как же мне выйти? А как мне обуть тапочек? Мне надо пойти на улицу. Вот он. Ой. Давай поменяемся. Давай поменяемся. Лежи, лежи, лежи. Вот так. Вот. Тебе так пойдет? Пойдет? А это я заберу. Ну что, лежим. Ушко у нас поднимается. А тапочек был лучше, да? Тапочек же резиновый, его можно кусать. А этого только лизать можно. О, как ушки, гляньте, у нас стоят. Ничего себе. Видали как? Ну, давай. Просыпайся. А я пошел на улицу. Марсюнчик. Марсюнчик. Лерок. Дождик идет. Лерок. Привет. А где Марсюнчик? Нянька, где наш? Марсюнчик. Пойдешь нянчиться с Мирой? А? Доброе утро. Ой, спиночку потягиваешь. Пойдешь? Пойдем. Пошли. Бегом. Заходи. Нянька идет. Иди. Твоя подопечная вон. Проходи, что ты? Масюнчик, что ты прям как не родной? Иди. Вон она. Где уже убежала? Он сразу проверять еду, да, может что осталось. Где она? Мира, Мира убежала. Где-то я тут лужу видел, где-то видел лужу. Вот она. О. Ну где ты, Марсюнчик? Ну иди, ищи ее. Где она? Как вы там по собачьи зовете друг друга? Иди, понюху, найди ее. Я не знаю, где она. Тут ее нету. Вот, пришел к подруге, а ее нету. Вот она. Здрасте. Встретились. Приглашение к играм. Марсюнчик, ну ты же пришел к подруге. Пошли куда-то. Ходит, ходит. Марсик еще тоже не проснулся. Я его разбудил, он лежал еще, спал. Эта мадам уже проснулась, а он еще нет. Не появилась, в чем дело. Ну, в общем, давай, Марсюнчик, нянчайся, а я поехал на работу. Все, пока. Оставайся за няньку. А я на работу. Здравствуйте, земляне. Вот я на работе. А Виктория прислала мне видеоотчет по WhatsApp. А я уже весь в работе. А Марсик выполняет мою просьбу. Thank you.
Видели, какой Марсик, нянька? Вот он выполняет мои поручения. Пока я здесь на работе, он там меня подменяет. Видите, как хорошо? Тут мы делаем тяпки, самозаточки. Там растет Мира, там есть у нас помощник, Марсюнчик. Вот я на него и доверяю хозяйство. Ну, а мы пока будем делать тяпки, самозаточки. Пока, человечество.